Добрый день, Гомельская область. Меня зовут Кирьянов Максим, и я участник Всемирного фестиваля молодежи, проходящего в городе Сочи. Нас поразила своей грандиозностью церемония открытия и поднятые вопросы на ней. Прямо за мной находится экспозиция Республики Беларусь, которая пользуется просто огромнейшей популярностью среди всех гостей и участников этого форума. Друзья, это просто нечто. Сегодня был мастер-класс Безрукова. Вечером я иду на мастер-класс Бондарчука. Вы представляете? Все это здесь, друзья, все мировые звезды. Также здесь просто громадная, широченная площадка Республики Беларусь. Привет, Гомельская область и Сочи!